НАТО расширит свое военное присутствие в Восточной Европе. Это решение было одобрено на заседании в Брюсселе министрами обороны 28 стран, входящих в альянс. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, будут увеличены как контингент многонациональной группировки, так и тыловая инфраструктура. Консультации по масштабу и составу присутствия начнутся уже этой весной. Известно, что США будут проводить ротации своих бронетанковых и механизированных подразделений. Согласно утечкам британских СМИ, Вашингтон, Лондон и Берлин могут направить по батальону от 500 до 1000 солдат в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию. Как отметили в российском МИДе, данные решения фактически нарушают одно из базовых положений основополагающего акта о взаимоотношениях России и НАТО, согласно которому альянс обязался не размещать на территории новых членов блока существенных боевых сил.